Добрый день. Сбился со счета, какой сегодня день, но все продолжается. Игра в карточные домики, декорации, фильмы, в общем, в кино. И наш эксперт оттуда опять с нами. Сейчас мы пройдем здесь рядом. Скажите, здрасте. Здравствуйте. Да. Пройдем и посмотрим, что опять сделано. Немножко попарафиним, а может быть похвалим. В общем, смотрите наш сериал. Да. Итак, вчера мы все это видели, Юрий. Да, это мы вчера вот это прошли. Мы видели. Но пройдем, посмотрим, может, тут появились какие-то изменения. Строится улица. Будет красивая. Смотрим эту половину. Значит, походу у нас появился вот этот вот кусочек, да? Да. Появился кусочек. И я смотрю, значит, по этой стороне они дошли до дерева. Они. Ну, это мы. Они. То есть мы команда, команда, да. Но они дошли, а мы команда, да. Вот, значит, выглядит это так. До точки Б. Б. До точки Б они дошли. Вот она, точка Б. А теперь увидим точку А. Точка А вот там. Да. Итак, в точке, красиво. В точке Б у нас появились с левой стороны поребрики и откопали нашу воду. Видишь? Наша вода откопалась, но она не будет работать без насоса. То есть вот они там что-то там врыли, они, ну, не мы. Мы хоть и команда, но что-то пошло не так. Именно вот с той трубой. Там вообще вода. И я вижу, знаешь, опять из серии, ну, психи, понимаешь, психи. То есть давайте туда насрем, блядь. Ну, хотя бы ну, взяли, закрыли чем-то, правильно? Да, это точно. Туда вода попадает, потом она, гидрофор идет. Ну, то есть туда могло уже попасть непонятно что, и оно может не работать. Согласен? Да. Угу. Ну, то есть, ну... Надо какую-то заглушку было сюда, блядь. А у нас, может, есть? Это дюймовая. Дюймовая. А среди всего чего там у нас есть? Дюймовую заглушку. Давай посмотрим. Внутреннюю. Давай посмотрим, быстренько пройдемся. Итак, здесь помещение. В этом помещении что у нас появилось? Ну нет, три четверти. У нас появилось... О-о-о, смотри. Уже стена штукатурена, а ты говоришь, ничего нет. Здесь все быстрыми, семимильными шагами все да, происходит. Да. Это уже штукатуренная... Это кинозал, скоро будет афиши, и все, и будем смотреть... Кино. Да, вот отштукатурено, смотрите, наши мастера, они тоже оттуда, сегодня видели людей с Колумбии, вот, они тоже привлечены, работают, и, в принципе, видно, что объем и сделан. Они тоже привлечены к ответственности? К работе, да, к работе. Ну, ответственной работе имеется в виду. К ответственной работе, да. Также появились кирпичи. И смотрите, у нас появились отливы, да? Да? Ну, это нужная вещь, да, особенно когда нету крыши. Да. И заметьте, труба стоит металлическая. На века. На века, она делается на века. Также, значит, что у нас тут? Здесь у нас красотулечки. Тут у нас и стеночка появляется. То есть кирпич, мастера с кирпичами, кирпичных дел мастера работают вовсю. Да? Да, кирпичиком они быстро вкладывают. Да, ну и теперь смотрим, что у нас в основном квартале в точке А. В точке А. Ну, вырисовывается вообще квартал. Вырисовывается, появляются телефоны, можно уже звонить, take out and delivery, catering and eventus,
В общем, все очень так по американски. Да. Телефон есть, можете звонить. Что еще у нас появилось? Название ресторана. Ресторан, оказывается, у нас Joy Jars. И номер. Номер 65. Нужно не забыть. Итак, наш любимый китайский ресторанчик. Халло, халло. Ну, что вы скажете о том, в каких красках это вообще выполнено? Красочно, ярко, красочно. Просто приятно посмотреть. Да. Китайцы, они, ну, вроде как нам не друзья, но, в принципе, друзья, это точно. Сейчас они уже друзья. Так, дискаунт, виски, дискаунт. Это было. Тут, кстати, и мясо, и кофе, и овощи, смотри-ка, и да, пивко, и сигареты. То есть все в одном месте. А здесь Music Center, просто Music Center. Да, то есть, и, ну, скидка та же. Кстати, появилось название, вот оно. Оно тут написано. Прекрасно. Ну, посмотрим вот эту сторону. Ну, наконец-то. Всегда хотел, чтобы был у нас свой отельчик, да? Отель, конечно. Отель, бильярд. Ну и смотри, Western Gum. Western Gum, Gum, как на Красной площади. Гум, гум. Почти ЦУМ. Дюм или Дюм. Да, и, в общем, голый дядька там. Вот, со своими мускулами сводит с ума всех женщин в нашем квартале. Это будет привлекать сюда множество женщин. Да. Именно вот именно этот дядька. Да. Рекламка и красные цвета. То есть, ну, что-то здесь. Это как-то улица не красных фонарей, ну, или это красный? Вообще, вообще, когда-то тут планировался где-то некое заведение, в котором падшие женщины, я так понимаю, вместе с падшими мужчинами, пожалуйста, да, поподробнее, одновременно. Пожалуйста, поподробнее эту тему, пожалуйста, поподробнее. Значит, где-то было что у нас, ну, типа вот какие-то женщины, да? В общем, было все, но все когда-то было давно, поэтому не будем эту никогда тему заострять. Важно, что это было и вполне возможно и будет. Никуда оно не денется, извините, пожалуйста, никуда. Ну, мир так устроен. Я с ним не согласен. Я с ним не согласен, поэтому продолжим наше путешествие. Значит, у нас тут появился еще вот такое заведение с такими магическими колоннами. Если помните, там все было сделано из ДСП, как тут. Вот, и теперь это, ну, вот, совсем все по-другому, да. Вот вопрос к нашему суперэксперту. Ты помнишь, из чего это было сделано? Да, я помню. У меня и есть вот скажи, при такой покраске, при вот такой бутафории, оно приобрело какие-то качества антиморозостойкие, антиводостойкие, или же, как было, извините, из ауна и палок, так и осталось? Все то же самое осталось, но есть предложение. Эту тему развить туда дальше. Есть некоторые в будущем развить детали, что-то где-то, да, и развить все это понятно. Все туда дальше. С этим будущим мы будем бороться. На данную секунду будущее меньше всего интересует, потому что еще не наступило настоящее. Вот поэтому оно, пройдем, вот оно уже. Пройдем настоящее, а потом плавно перейдем к будущему. Ну, в принципе, мы все показали, что здесь произошло. Спасибо Юрию за столь ценные советы, за экспертное мнение, за нашу долгую беседу. Всего вам самого наилучшего. Подписывайтесь Всего, на канал. Здоровы. Да, а самое главное, Юрий оттуда вам желает здоровья.